Всем привет, это Павел Белинский и с вами «Бегущий человек». Россиянин заподозрил в жене инопланетянина и расчленил ее, отрезав голову, а через несколько дней скончался уже и сам, в реанимации. В Иркутске 54-летний местный житель убил и кухонным топориком отрезал голову жене, в которую, как он решил, вселился инопланетянин. Инцидент произошел 1 января в микрорайоне Синюшина гора. Мужчина пил у себя дома алкоголь, внезапно ему в голову пришла мысль, что его 56-летнюю супругу вселился опасный гуманоид. После жесткого убийства и расчленения мужчина позвонил своей дочери, рассказал про то, что произошло в его доме и попросил вызвать полицию. Позже секретарь регионального СУ СКР уточнила, что спустя 5 дней после задержания убийца умер в реанимации. Китай впервые клонировал коня для скачек. Опыт по клонированию провели в компании Sinogen. Работа над ним началась еще в 2021 году. Клонированный жеребенок по кличке Джуан Джуан, в переводе с китайского «крепыш», появился на свет 16 июня 2022 года. Соматические клетки были взяты из образца кожи теплокровного коня по кличке Урсус, который приехал в Китай в 2007 году из Германии. Джуан Джуан уже 7 месяцев, и есть вероятность, что он примет участие в Олимпиаде 2028 года. К тому времени он уже будет подходить к возрасту. В компании, занимающейся клонированием, говорят, что характеристики клона те же, что у оригинала, но тренировки все равно необходимы. Южная Корея может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с провокациями КНДР усугубится, сообщили местные СМИ со ссылкой на президента страны. Если сложится такая ситуация с нашими научными технологиями, мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие. Цитата. Зеленский призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом. «Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное и тройное гражданство, включая гражданство Российской Федерации, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством – российским и жить в соответствующем государстве». Россиянин трижды за неделю украл один и тот же телевизор у соседа ради просмотра передач. 45-летний мужчина из Новосибирской области трижды крал у своего соседа телевизор и приставку. Хозяин техники несколько раз забирал назад свое имущество и даже прятал его у знакомой, но остановить настойчивого злоумышленника смогли только полицейские. Первый раз похититель повредил дверь в квартиру нового соседа и вынес телевизор и приставку, к нему еще до Нового года. Тут вернул имущество, но история повторилась. Телевизор крали даже когда сосед отдал его на хранение другой жительнице дома. Пресс-службе отдела полиции сказали, что свои действия задержанный объяснил тем, что у него нет своего телевизора, а новогодние праздники ему очень хотелось смотреть различные телевизионные программы. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. В московском баре девушка откусила ухо парню, пытаясь с ним познакомиться. В центре столицы, на выходе из питейного заведения, у блондинки и парня состоялось знакомство и завязался разговор. Девушка обняла парня и вдруг откусила ему кусок уха, после чего заперлась в туалете и затем вовсе скрылась. Работники бара заявили, что объяснить свой поступок нападавшая не смогла. Вскоре на место прибыли медики и полиция молодого человека госпитализировала, а девушку ищут. Программу социальной газификации в новых регионах РФ нужно начинать как можно скорее, сказал Медведев. Конечно, требуется распространить действие программы на новые регионы. В составе РФ газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны. Такая работа там вообще не велась, ее нужно начать там как можно скорее, как только позволяет обстоятельства, сказал Медведев на совещании о ходе работ в регионах по программе социальной догазификации. В 2022 году программа соцгазификации шла успешно. Основные задачи выполнены, ответил зампред Совета безопасности РФ. А другие граждане России пошли нафиг. Ну, конечно. В Подмосковье настоятеля монастыря обвинили в педофилии. Заявление на 85-летнего игумена написали сразу двое мужчин. Правоохранительные органы получили заявление на Анатолия Суворова, 85-летнего игумена старообрядческого Троицкого женского монастыря в Острово. Пострадавшие, которые сейчас 18-23 года, заявили, в 16-17 годах Суворов насиловал их в Островском старопигиальном монастыре, где также служил игуменом. В то время заявителям было 12-17 лет соответственно. В отношении Анатолия Суворова возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Следствие изъяло у него системные блоки, карты памяти, CD и DVD-камеры. Один из заявителей более трех событий и сам был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении совершеннолетнего. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.